себе. Здравствуйте. На таком торжественном мы с вами мероприятии. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. И все молимся, во еже презрете милостивного места сих, создание на нем храма, славу Пресвятаго имени Его избранное, и благословением своим небесным благословитие, и благополучие начало Его, положитесь и в совершении храме Пресвятаго, препятствие произвестися силой действом и благодатью Пресвятаго Духа Отцем си, Господи, услышь и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, поежи на месте всем труждающимся делателям, благопоспешство во всем подати и дела рук их исправите, и совершение силой действом благодатью Пресвятаго Духа спешно произвести и в должном благолепии храм си возвести. Отцем си, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, и вы же услышите Господу Богу глас моления нас грешных и помиловать из нас. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивый человек и любец Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи Боже наш, изволивай на сем месте и на сем положенном во имя Твое благословенном камне основать и себе церковь, сам Твоя, Твоих Тебе приносящих, воздвижение к Твоему словословию создаваемого храма, в чей же и память святаго равноапостольного великого князя Владимира, милостиво приим, множеством Твоих небесных и земных благ воздашь. Всем же к сооружению, совершению храма сего помощь творящим, телесное здравие, душевное спасение даруй, делателей укрепи, невредны от всякого зла сохрани. Основание же храма сего да неразоримо и небозыблемо будет, и храм твой сей в совершение скоро да приидет, якоды и в нем непрестанно, всехвальными песнями и словословлениями и бескровными жертвами прославим и воспоем Тя, единого истинного Бога нашего. Тебе бы подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Благословляется, освящается место сие, основание храма, в честь святаго равноапостольного великого князя Владимира, благодатью святаго Духа, окроплением воды сия священные, во имя Отца и Сына и святаго Духа. Аминь. Уважаемый Сергей Семенович, Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, мы сейчас присутствуем при событии большого исторического значения. В городе Москве закладывается храм в честь равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. На будущий год мы будем праздновать тысячелетие со дня его блаженной кончины. А подвиг, который принял на себя святой равноапостольный князь Владимир по просвещению Руси, по, выражаясь современным языком, переформатированию культурно-цивилизационного склада народа своего,
начался с города Херсонеса. Именно там сам князь Владимир принял крещение. Этому событию предшествовало много событий, в том числе и труднообъяснимых с обычной человеческой точки зрения. Будучи совершенно здоровым человеком, он вдруг теряет зрение, почти теряет, становится слепым. И вот этот несчастный и необъяснимый случай еще более подталкивает князя к тому, чтобы принять решительные шаги и выйти из власти, из плена языческого наследия, которому он был сопричастен по своему происхождению. И мы знаем, что когда святой равноапостольный князь Владимир вошел в купель в Херсонесе с глубокой верой, с надеждой на изменение к лучшему и своей жизни, и жизни своего народа, то, по милости Божией, недуг его оставил, и зрение его укрепилось. В этом смысле можно говорить о некой великой символике. Не только зрение князя укрепилось, он обрел иное зрение, иную точку зрения. И начался иной отсчет времени не только для него, а для всего народа, которого он приобщил к православию, к великой духовной и культурной традиции, насчитывавшей в то время уже почти 1000 лет и связанной с процветающей в то время Византией. И сегодня в Херсонесе стоит замечательный храм, почти на том месте, где святой равноапостольный князь Владимир принял крещение. Херсонес – это часть современного Севастополя. И то, что мы здесь закладываем сегодня, в городе Москве, подобие того храма, в память святого равноапостольного князя Владимира, есть выражение, видимое выражение нашей духовной, исторической связи с тем местом, откуда пошло православие на Святой Руси. Я глубоко благодарен вам, Сергей Семенович, московским властям, жертвователям, которые приняли решение именно в этом году, в преддверии тысячелетнего юбилея, заложить храм, о котором долгие годы мечтали москвичи, чтобы был храм величественный, посвященный памяти великому равноапостольному князю Владимиру. И закладываем мы храм на особом месте. Здесь предполагается строительство огромного района, современного, где будут жить десятки тысяч людей. И за моей спиной также новый район с более чем 100-тысячным населением, называемый Строгино. И есть такая мысль у градоначальника нашего, которую я всячески поддерживаю, чтобы место это, где будет храм, связано было со Строгино пешеходным мостом. И чтобы люди, как проживающие в этом новом районе, который должен быть воздвигнут, и тем, который уже существует, могли обращать свое сердце к Богу на этом, я бы уже сказал, историческом месте, где будет воздвигнут первый в Москве храм, посвященный святому равноапостольному князю Владимиру. Еще раз приношу благодарность вам, Сергей Семенович, и всем тем, кто готов принять участие в созидании этого Дома Божия.